Здравствуйте, сегодня вторник, 22 апреля. Телекомпания Соль ТВ представляет программу «Новый взгляд». В студии Александр Чуклинов. Смотрите выпуски. Алконормы. За что автобусников лишили допустимых промилле? Мужское хобби. Почему рыбаки игнорируют просьбы о прекращении периода подлёдной ловли? Чистая речь. Как депутаты предлагают бороться с нецензурной бранью в книгах? Плодородная земля. Как правильно проводить стерилизацию почвы? Кафе «Седьмое небо» приглашает вас отлично провести время в кругу своих близких и друзей. Прекрасное оформление вкуснейших блюд, теплый прием и уют не оставят равнодушными никого. Придете ли вы сюда на бизнес-ланч стоимостью от 150 рублей или решите встретиться со своими друзьями, а может быть захотите провести время со своей семьей, вы обязательно получите заряд положительных эмоций. Кафе «Седьмое небо» – отличное место для проведения свадеб, юбилеев, торжественных и корпоративных вечеров. Вместимость кафе – 45 человек. Здесь вам также предоставят услугу организации выездных фуршетов. Кафе «Седьмое небо» – это тихий, уютный уголок для семейного отдыха. На территории Соснового Бора своих гостей ждет уютная беседка вместимостью до 50 человек. В беседке есть мангал. Здесь вы сможете прекрасно провести время на свежем воздухе. Кафе «Седьмое небо» расположено по адресу Всеобуча 200. Телефон для справок 908-88. В кафе «Седьмое небо» вы будете на седьмом небе от счастья. Самое желанное событие этой весны – открытие торгового центра «Европа». Заполняйте анкету и становитесь участником конкурса «Еврошоппинг со стилистом». Финал конкурса состоится 26 апреля в 13 часов на праздничном открытии торгового центра «Европа». Впервые в Соликамске и Березниках школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор». Играют все школы города со 2 по 4 класс каждую субботу в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке. Приходи поддержать команду своей школы. Играй в баскетбол. Добейся успеха. Но в начале выпуска с перерывом в 2 дня в работе сотрудников Следственного комитета добавилось 2 уголовных дела по статье «Убийство». 16 апреля на проезжей части, ведущей к порту Усолка, был найден труп с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время у следователей есть подозреваемый. Он сейчас находится под стражей. А 19 апреля следователи вызвали на территорию колонии номер 6. Был обнаружен труп осужденного 1969 года рождения. По данному факту 19 апреля следственным отделом по городу Соликамск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые по настоящему уголовному делу были установлены. В данный момент ведется следствие. Ну а теперь к основным новостям выпуска. Березниковских автобусников лишили локальной алконормы в 0,3 промилле. Документ, в котором прописано такое допущение, привлек внимание правоохранительных органов после того, как автобус не поделил дорогу с 10-летним подростком. По мнению правозащитников, допустимая алконорма в 0,3 промилле не обеспечивала безопасное передвижение по дорогам, а главное, создавала угрозу жизни для здоровья березниковцев. Мы решили узнать у наших перевозчиков, есть ли допустимые промилле у водителей соликамских маршруток. На этот вопрос нам ответил председатель Ассоциации добросовестных перевозчиков города Соликамска Дмитрий Новиков. На такой показатель не обращаем внимания. То есть мы авторизованные приборы привозим с лаборатории и пользуемся ими. 0,3 промилле – это ничтожно маленькая норма. То есть у нас практически наши приборы настроены так, что эту 0,3 они навряд ли покажут. Также, по словам Дмитрия Новикова, водители, не прошедшие утренней проверки, к рейсам не допускаются. Продолжаем выпуск. Взрослые – те же дети, только игрушки подороже и хобби поэкстремальнее. Об одном из таких небезопасных увлечений расскажет Евгения Константинова. Наши водоемы не только зимой пользовались большой популярностью у рыбаков. Сейчас, с наступлением весны, когда снег быстро тает и на каме появились внушительные промоины, на реке по-прежнему можно увидеть заядлых рыбаков, таких как, например, Александр Ухтин. На такой непрочный лед он не особо боится выходить. Так. Не лезем же в воду-то, не лезем. Видно же, где что. Вы такой уже бывалый рыбак. Да сколько вообще лет рыбачите? Да всю жизнь, я говорю. То есть, а здесь же вот в начале промыта, вот здесь лужи, как... Сейчас обойдем.
Мужчин-рыбаков нисколько не смущает, что вокруг них лужи. Никакой опасности они в этом не видят, в отличие от сотрудников ГИМС. Мы вместе с Анатолием Кибукевичем, старшим инспектором ГИМС, отправились к рыбакам. Во-первых, для того, чтобы провести разъяснительную беседу, а во-вторых, раздать памятки о том, как правильно нужно вести себя на льду. Ну, как вы считаете, безопасно выходить на лед сейчас уже? Ну, уже опасно, все, последний раз лед закрывается. Конечно, от своего хобби мужчины откажутся не скоро, даже несмотря на опасность. Но, к сожалению, инспекторы ГИМС, можно сказать, не имеют особых полномочий для того, чтобы согнать рыбаков с тонкого льда. Вот и приходится ограничиваться лишь предупреждениями. Я бы категорично рекомендовал выходить на лед, потому что появились у берега промоины уже. Вот, лед ненадежный. Тут у нас начались постоянные плюсовые температуры и ночное время. Значит, соответственно, лед рыхлится. Я бы, как сказать, рыбакам, ну, категорично не советовал этим заниматься, рыбалкой сейчас вот этот период. Для большего убеждения инспектором ГИМС Анатолием Кибукевичем был установлен аншлаг о том, что на лед выходить запрещено. Отреагируют ли на нее рыбаки, пока неизвестно. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль ТВ. Далее новости, которые привлекли внимание нашего редактора. Новые строки. В Госдуме предложили ввести в паспортах обязательные строки «национальность», «вероисповедание» и «группа крови». Кроме этого, народные избранники ратуют об отмене замены паспорта в 20 и 45 лет, ограничиваясь вклеиванием в документ фотографии по достижению определенного возраста. Это, по мнению депутатов, позволит уменьшить затраты на изготовление бланков и наведет порядок с паспортами в Российской Федерации. За чистую речь. Депутаты Госдумы хотят запретить использование в музыке, фильмах и книгах нецензурной брани. Впрочем, жесткого запрета на мат в искусстве пока не будет, но на книгах, дисках и прочей продукции вскоре могут появиться надписи, предупреждающие о содержании ненормативной лексики. Санкции не будут распространяться только на продукцию, выпущенную после дня вступления в силу ограничений, то есть после 1 июня 2014 года. Не упустите шанс! Пермской киностудии «Новый ресурс» объявлен кастинг актеров для съемок в фильме «Осколок горячего камня». Съемки будут проходить в Перми и Кудымкаре. В настоящее время открыт прием анкет будущих актеров в возрасте от 11 до 60 лет на главные роли и в массовку. Деньги на развитие. В поселениях Соликамского района прошли референдумы по введению самообложения. В результате голосования большинство жителей Басимского, Половодовского и Тахтуевского поселений согласились из своих личных средств выделить деньги на газо- и водоснабжение, ремонт и уличное освещение. Напоминаем, краевая программа самообложения предполагает, что на каждый рубль от жителей, поступивший в бюджет поселения, из региональной казны будет выделяться 5 рублей. Агитация на отлично. Команда «Бумеранг» Соликамск «Бумпром» вернулась с краевого конкурса с победой в номинации «Лучший профсоюзный агитатор». Ее соперниками были 8 команд первичных профсоюзных организаций, предприятий и учреждений. Одним из важнейших конкурсных заданий было привлечение молодежи в ряды профсоюза. Соликамский «Бумеранг» с этим справился успешно, и теперь ребятам предстоит участие во всероссийском конкурсе «Агитбригад», который состоится в Первоуральске в конце апреля. И в завершении выпуска: подготовка среди садоводов к посевному сезону идет полным ходом. Закупаются удобрения, садовый инвентарь, земля. Если со всем остальным нет особых сложностей, то вот с землей не все так просто. О том, как подготовить почву к посадкам, расскажет наш эксперт Анатолий Калинин. Стерилизация почвы – это, вы знаете, палка о двух концах. Стерилизуя почву, мы убиваем и полезную микрофлору, и микрофауну. Поэтому этот метод, конечно же, вроде бы и гарантирован, но тут создаются другие проблемы, бог с ним. Но это можно прогреть в духовой печи, предположим, высыпать слоем в какую-то емкость и там прогреть, ну, в течение часа при температуре хотя бы выше 100 градусов. Ну, вот такая. Там органика, конечно, вся выгорит. Понятно, что остается только одна минералка. Поэтому результат весьма. Ну, полив марганцовкой, здесь можно, значит, и отравление тоже заработать. Поэтому как-то, ну, внесение, опять же, вот этих бактериальных препаратов может быть. Это попроще. Вот этот триходермин, в частности, вот его можно, он как раз применяется в земляных смесях. Его можно внести в определенных дозах, загодя, чтобы ферментация прошла уже, и
гриб стал работать. И этой смесью можно работать. Поэтому я все-таки рекомендую остановиться на бактериальных препаратах для обеззараживания. Это все новости на сегодня. С вами был Александр Чуклинов. Телекомпания Соль ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. Увидимся завтра в 18:30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. В среду 23 апреля соликамские термометры днем покажут плюс 1 градус. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ну а теперь о погоде в других городах. В Чердине температура воздуха днем будет плюс 2 градуса. Пасмурно, небольшой дождь. В Перми днем ожидается плюс 13 градусов, пасмурно. В Губахе температура днем плюс 3 градуса, пасмурно, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге температура воздуха днем плюс 11 градусов, малооблачно. Кафе «Седьмое небо» приглашает вас отлично провести время в кругу своих близких и друзей. Прекрасное оформление вкуснейших блюд, теплый прием и уют не оставят равнодушными никого. Придете ли вы сюда на бизнес-ланч стоимостью от 150 рублей или решите встретиться со своими друзьями, а может быть захотите провести время со своей семьей, вы обязательно получите заряд положительных эмоций. Кафе «Седьмое небо» – отличное место для проведения свадеб, юбилеев, торжественных и корпоративных вечеров. Вместимость кафе – 45 человек. Здесь вам также предоставят услугу организации выездных фуршетов. Кафе «Седьмое небо» – это тихий, уютный уголок для семейного отдыха. На территории Соснового Бора своих гостей ждет уютная беседка вместимостью до 50 человек. В беседке есть мангал. Здесь вы сможете прекрасно провести время на свежем воздухе. Кафе «Седьмое небо» расположено по адресу Всеобуча 200. Телефон для справок 908-88. В кафе «Седьмое небо» вы будете на седьмом небе от счастья. Самое желанное событие этой весны – открытие торгового центра «Европа». Заполняйте анкету и становитесь участником конкурса «Еврошоппинг со стилистом». Финал конкурса состоится 26 апреля в 13 часов на праздничном открытии торгового центра «Европа». Впервые в Соликамске и Березниках школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор». Играют все школы города со 2 по 4 класс каждую субботу в физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке. Приходи поддержать команду своей школы. Играй в баскетбол. Добейся успеха.